Салют, ребят, вы находитесь на канале FIFA by Girl, и у нас помимо карьеры за Манчестер Юнайтед будет еще карьера за клуб, который я создала. Ну, если вам это интересно, то я жду от вас обратной реакции, лайков, комментариев, и если вам заходит эта рубрика, я ее продолжаю. Летим! Клуб называется Woodham, от слова дерево. Но не думайте, они деревья, они крепкие, как деревья, но они не деревянные. Woodham FK. Так, главный тренер Woodham'а это Джек Смит, наш новый тренер. Очень приятно познакомиться, он англичанин. Как вы поняли, мы начали в Англии, в самом низшем дивизионе. Сейчас быстренько посмотрим. А, ну ладно, посмотрим потом. Таблица это не та тема. Это таблица этого кубка, который мы не будем играть. Понятно. Наше видение и ожидания. Отчет из молодежной академии. Быстренько глянем. Том Доути, ирландец. Не. Мы сразу выбрасываем ненужных. Этого тоже скипаем. Нам нужны только бесты. Тут у кого там желтенькие всякие. Ну, 7-6. Ладно. Разгон у тебя есть? И не очень, ну ладно. Так, пойдем посмотрим. Трансферный бюджет я сделала 5 миллионов. Так и есть. Ожидание руководства. И у меня там стоял состав молодой. Подпишите двух игроков на следующую позицию защитник из молодежки. Значит, надо искать защитников. За 2 сезона в основной состав 4 игроков. Ну да, акцент на молодежь будет сделан. Так я это выбирала в самом начале, акцент на молодежь. Короче, понятно, 4 заиграть. Популярность марки, достигните количество игр с минимум одним забитым голом. Ох, я думаю, мы справимся. Если бы там была задача не пропустить, это было бы сложно. Выиграть чемпионат, дойти до 1/8. Почему я должна его выиграть? Почему я должна его выиграть? Я, кстати, играю не на легенде, а на мировом классе в этой карьере. Дальше будем смотреть. Сдерживать рост зарплат. Выиграть чемпионат. Вы что там? Угораете, что ли? Тогда давай пойдем отправим скаутов. А, один есть, кстати, неплохой. Тут что? У нас 5 миллионов. Я много денег тратить не буду. Ой, блин. Ну вот этого скаута... Нет, сейчас денег надо беречь. Я пока отправлю вот этого в Англию. На 3 месяца с уклоном в защиту. Пусть едет. Джек Берри, 25 лет. 194 сантиметра. 69 рейтинг. Жюль Ледюк, 20 лет. 188 сантиметров. Так, ну определенно у нас будет Берри. Хотя у нас есть Беннет еще, 30-летний. Нет, с Беннетом мы попрощаемся. Нам такие возрастные не нужны. Значит, Берри или Дюк. У них у всех заканчиваются контракты. Сейчас денег лишних, каждая копейка на счету. Вот наша эмблема. Это Woodham. Можно сказать, было United, но нет. Woodham FK. Так, ну он хочет быть важным, хорошо. Это, я объясню вам, это игроки, которых создала игра. Давай на 3 года там посмотрим. А, он хочет... А, на 3 нормально. Так, мы платили ему 6... 6500. На 500 евро больше. Все, они согласны. А, он хочет 3, давай 4. Ну, давай 2000. На соточку повысим. Все, он согласен. Спасибо. Этого выставили. Лоутон. Блин, у всех заканчиваются контракты. Эд Лоутон, 24 года. Это левый защитник. 72. А перехваты 61. Есть Роуланд, 26 лет, но рейтинг ниже. Да, ну надо заключить и с тем, и с тем, наверное. Блин, 26 лет. Ладно, давай с этим все-таки заключим. Сейчас со всеми заключу сразу, чтобы об этом не думать. 3800. Ниже можно дать, но вряд ли.
3900. Я буду по чуть-чуть давать им. Так, с этим пока подумаем. Уильям Поттер, 73 рейтинг, но у него возраст. И рост не самый высокий, блин. Но за неимением лучшего... Сколько он, 2 года? Брукс. Брукес. Тоби Брукс, англичанин, 73 рейтинг, между прочим, 26 лет. 192, очень хороший, очень хороший. Да, вот насчет Поттера, капитана, я бы подумала. У Брайан, 21 год. Перехваты достойны. Ну, хотя у Брукса достойные, у Поттера достойные перехваты, 21 год. Нет, ну, переговоры проведем. Нам нужны защитники. Ну, зарплату я тебе оставлю. Я тебе 1700 поставлю. Ну-ка, дай посмотрим. Меньше даю. Согласен, именно меньше. Хорошо. Настолько любит наш клуб он. Уолтон, 35 лет, дружище. Что ж ты такой возрастной? А Уайт, 21 год. Это хорошо. Ну, с Уайтом мы продлим контракт, конечно. Он будет у нас в основе. Ну и если ты хочешь ротацию, давай я тебе 2900 дам. Не психанешь? Они все согласны на такие суммы. Может, не надо было им переплачивать, но ладно. Уолтон слишком возрастной, слишком. Я его на трансфер выставляю, прости. Джоэл Уайт с нами. Джеймс Бетс, 24 года, центральный полузащитник. Фернандо Пинто, португалец, 74 рейтинг. Ничего себе. Тоже заканчивается контракт, но я с ним, похоже, продлю его. Это какой-то важный тип. На один год, ладно. Еще сезончик послушай, а там уже от тебя будем избавляться, что делать. Ну, у тебя высоченная зарплата, давай 10, а не 15. Ладно. Ладно, договорились. По рукам. Пошел на понижение. С бонусами, но на понижение. Два сезона, в принципе, еще отыграет. Джеймс Макбрид. Макбрайт. 33 года. Давай попрощаемся с тобой. Тайлор Торн, 24 года, тоже с контрактом заканчивается у него. Ой, нет, тут пока. Ну, давай с Торном продолжим. 3800, что-то слишком много для ротации. Давай 3. Чувачок, нам нужны деньги. Да? Есть такое дело. Желенек мы выставили. Карлин, 31 год, 59, прости. Гудман, 20 лет. Ну, пусть... А он бежит? Такой себе. Мёрфи. 21 год, 55. ПФА. Нет, от таких я избавляюсь. Болден. 24 года, 70. 24 года. 2 миллиона 300 тысяч. Я, кстати, его бы продала. Хотя у него 78 разгон. Гест. 27. Вот это хорошего они мне сделали. С ним определенно переговоры ведем. Ну и я сейчас тебя на понижение пойду зарплаты. Попрошу пойти. Ну, давай, на 4000 меньше. Ну, очень много ты получаешь. За 10 голов 95 тысяч. Давай, по рукам. Так, вот по поводу Боудена. В принципе, ему 24 года. Хорошо. Тоже ключевой, ничего себе. Давай все-таки важный. Потому что у меня не будет двух напов, скорее всего. Блин, а он не хочет, да? Он только ключевым хочет быть. Ладно, будут друг друга менять. Ну, 9 тысяч у него было. Давай-ка 6 хотя бы. Такие зарплаты тоже. 6400. За 15 голов. Ну, посмотрим, забьешь ли ты их. Ребят, вот вижу состав прям перед вами. Редклифф, 16-летний. Не, давай, прощаемся с тобой. Флеминг, 31 год. Но разгон у него нет. У него, кстати, есть какие-то
Дальний удар. А у этих есть дальние удары? Нет, тут только у Флеминга, но, ребят, 31 год. Еще есть Мур. Мур, у которого контракт заканчивается, но он для лавки пойдет. А он вообще бежит, этот Мур? Ой, ну 69. Ой, боже мой. А вот Флеминг 31 год ему. 27-24. Но он ключевой. Сейчас, в принципе, он... Так, а он может на фланг пойти? ГС. Они все... Вот этот на цапнике может быть, это хорошо. Я попробую Флеминга попросить не ключевым быть, а важным. И тогда он с лавки. 31 год это еще нормальный возраст, в принципе. С такими показателями. Ну ладно, он ключевым хочет быть. Давай 9. Но это мало, наверное, будет. 12 хочет. Ну ладно, 12 и 12. Я с ним продлю и, наверное, в аренду отправлю. Да, потому что ему, ну, он не пройдет состав. Если что, верну. Поменьше делаем. Я предлагаю тебе 2000. А то я что-то вначале предлагала всем. Ну, они идут на понижение, это хорошо. Так, у него 5 лет контракт. Его в аренду. Так, у нас встреча с Лутоном. Ну, мы сейчас... Вот, я покажу вам наши формы замечательные. Наша эмблема. Вот, смена формы. Вот это домашняя, это гостевая. Вот. Даже розовые там штаны у них. Так, ну, быстрый расчет. Проиграли. Ладно. Ой, формы там похожи, кстати, были. 3-1 мы выиграли. Флеминг. И Боуден. Ничего себе. Вот это неожиданно. Наверное, потому что формы слились, они друг друга не поняли. 35 лет, 65 рейтинг. 340 тысяч можем получить. Ну, давай. Это Базель или кто у нас? Давай. Макбрайт. Макбрайт тоже. 33 года, 70. Ну, с ним тут можно поторговаться. Можно еще... Шеффилд хочет. Ничего себе, это повышение в классе, я считаю. Можно 1300 еще сверху попросить. Не знаю, согласятся ли они. Просто 1 300 000. Будьте любезны. Отстегните нам. А, он хочет 5%. Да вряд ли ты его перепродашь уже. Ну, давай 1 150 000. Все, договорились. Кив. Колвилл. Кстати, он готов к нам переходить. 18 лет, у него отличный потенциал. Давай попробуем Колвилла этого подписать. Я не знаю, получится, нет. Нет. 5 миллионов это круто. 18 лет, и я думаю, он будет расти. А давай мы изменим выплаты, сделаем 15, 10. 10 сделаем. И предложим не 2, а 1 800 000. Вдруг. Так, он хочет ровно 2. Тогда 5 и 2. Смотри, они хитрят как, а? Блин, я сейчас тут доиграю с ними. 2 миллиона и 15. Ну, соглашайся. Они мало того, что там процент... Они, короче, с каждым предложением повышают проценты... И стоимость. Ладно, я соглашусь, пока они не сделали мне тут 3 миллиона. Это просто попался такой тип очень-очень серьезный. И с ними не поспоришь. Ладно, ничего страшного. Мы все равно будем в выгоде. Ну, ты в ротации будешь, конечно. О, да ладно, да ладно. Ты хочешь быть важным? Ну, окей. Я причем ставила строгость переговоров... Формат переговоров строгий. Ну, допустим, 1 100. Вот я, это мой максимум. Они согласны. Ну и хорошо. 2-2, между прочим, играем. Ой, не посмотрела, кто забил, ну ладно. Проигрываем. Все, вылетаем. В полуфинале, по-моему, мы вылетели. План развития сделаем. Мур в аренду хотят. Здесь сделаем, значит, поручить аренда. Филадельфия Юнион хочет в аренду на годик взять нашего парнишку. Забирайте. 780 миллион 100. Этот товарищ нужен из Амьена. Очень нужен. Хоть у него рейтинг не самый топовый, но у него...
Очень хорошая скорость. За 600. За 650, пожалуйста. 676%. Все, я согласна. Для лавки, в принципе, нормально, наверное, кука этого взять. Не знаю, будут у нас какие-то наши бесты расти, тогда их возьмем. 74. Ну, кстати, 74 разгон. Его можно взять, он нас усилит. Давай попробуем. Халл Сити, в принципе, готов его продать. У Халл Сити сейчас дела не очень. Я предложу вам 1 450 000 я предложу вам. Меньше опасно предлагать. 1 850 000. Давай 1 700 000 хотя бы. Я думаю, он нам пригодится. Так, они согласны, отлично. Блин, со всеми по-разному здесь договариваешься. И вот этот Кук из Брэдфорда. Ну надо, надо. Надо брать. За 850, не знаю, согласится, нет. О, они согласны прям сразу за 850. Окей, теперь Лане этого берем. Очень на него рассчитываю, честно вам скажу. Нерегулярный. Да, пожалуйста. 5 лет сразу, хорошо. Так, 1700 они хотят. Дай их поменьше предложу. Не распсихуются. 1 500 000. О, нормально, за 1 500 000 согласились. Койл вот этот вот. 5000 у него ЗП. Пойдет на понижение. Важный, хорошо. Ну, на 4 года предлагаю. Окей. Фу, 3 800, дружище. Я тебя прошу, не распсихуйся. 4 300. Давай, давай, давай. Подписываем его. И Кука вот этого. Для лавки, надеюсь, что он не захочет быть ключевым. Да, ротационным. Посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Так смотрят они на агента. Да, можно мы, пожалуйста, 2 800 000 сделаем? Я тебя прошу. Все. Все, ребят, подписала я 3 игроков. Перейдем в центр состава. Значит, вот этот вот парень, Колвилл, 24 номер. Вообще, он подает надежды, ну ладно, мы взяли, ему дали задачу. Койл, 2 номер. Сейчас мы ему дадим план развития. Кук, 8 номер у него был, он так себе его взял. Динамо, пусть будет. 22 номер себе взял, хорошо. Я его, знаете что? Я его правым сделаю полузащитником. Правый вингер, точнее. Не, здесь мы завершаем. Здесь еще какие-то шансы есть. И здесь завершаем. И здесь завершаем. Вот этого ЛЗшника, кстати. План 15-летнего можно в основной состав, по-моему, нельзя. Дай проверю. Да, я и думаю, ничего себе. Так, мы можем кого-то подписать? У нас 1 370 000 всего. Ё-моё. У нас денег-то и нет. Ой, готов отчет скаутов. Сори, не видела. Шон Пейн. Мы ищем с уклоном в защиту. Да уж, ты нашел, конечно. Оставьте как есть. Ну, не знаю, давай вот этого возьмем. Что делать? Конечно, не самый топовый. Давай в Шотландии. Защитничка поищем. А вот тут нам бы... Ну, давай вот этого, что делать. Нам нужен нападающий.
Нет, во Франции будем искать. Нападающего. Так, ребят, ну деньги мы отдали, конечно, на скаутов. У нас тут 230 тысяч. Ну, хотя вот так можем сделать. Смотри, оп, и все. А, мировой класс, Таун Парк, Энтони Бэкхаус. Судит и дождь. Ну что, полетели, посмотрим наш сквад. Если вам заходит эта карьера, пишите комментарии. Это будет карьера не так часто, как Манчестер, естественно, но она будет. Если Манчестер понедельник, среда, пятница я планирую, то эта карьера, допустим, четверг-воскресенье. Напоминаю вам. Кто там валяется? Почему мой защитник валялся? В домик, по-моему, вратарь пропускает. Вратаря, кстати, тоже надо поискать, будет в молодежке, но это через 3 месяца будет, наверное, если не забуду. Смотри, он там валялся, вскочил, пропустил и в домик вратарь. Первый гол в домик. У меня здесь план такой, что я должна выходить и побеждать каждую игру. Это вот требует руководства. Но удивление, я не ожидала таких требований руководства, конечно. Лане, мчит электричка. У тебя удар должен быть сумасшедший, да. 31-летний чувачок наш, забыл его фамилию, на фе как-то забивает. У меня был очень молодой состав или молодой? Я выбрал молодой, у нас 31-летний. А если у меня состав сбалансированный бы был? Там бы были 40-летние ребятки. Контратака, Лане голевая первая, шведа этого. А это по-моему англичане у нас. У-у-у, красиво. Пожалуйста. Фух, вратарь на месте, браво. У Лане мне нравится скорость его. Там 90, по-моему, с чем-то у него скорость. Не, ну где оборона? Проспали, не успеваем. Абсолютно один. Блин, пожалуйста. Вообще не успеваем. Мимо. Пожалуйста. Да как ты мимо мажешь? Ну, Гест! Блин, ребята, это не Маркус Рэшфорд, определенно. Роботы. Я думала начать карьеру во Франции. Я уверена, что если бы я во Франции начала, было бы гораздо легче. Ну, просто потому, что во Франции чемпионат проще. Ну, куда так? Блин, почему так все медленно? Ты должен был раньше стартовать, но я же ждала, когда ты подключишься. Именно во втором дивизионе хотела во Франции, но решила в Англии все-таки. Люблю английский чемпионат. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, наш вратарь. Так, ладно. Сейчас я замены скоро буду делать. Это не серьезно. Так, все, давай замены, потому что это пипец. Боуден не заметен вообще. Выпускаем Кука. Так. Кук, я тебя на цапники ставлю. Сюда тебя. Первая замена. Давай, Кук. Верю в тебя. Защитник забил! Защитник! Это капитан наш! Поттер! Ладно. Допустим, он сыграл лучше, чем Гуэст этот. Смотри. Ланеф. Вторая голевая, по-моему, да? Обалдеть. Вот это защитничек. Пока не очень заметны все остальные. Полузащита там. Обалдеть! Что они творят, наш кипер молодчина? Кстати, форму вратаря нельзя поменять. Она дефолтная. То есть я поменяла именно форму наших
игроков, цвет, там все. А вратаря не предложил даже. И это очень странно. Вместо Гвеста выйдет этот Гудман. Не знаю. По-моему, все... А, нет, еще можно выпустить Торна вместо Пинто. Потому что мне не нужны удаления. Все, все замены, по-моему, сделаны. Ты... Отними, пожалуйста. Вратарь. Что они творят, мои вратари, а? Ну, посмотри. Перекладина. Перекладина и крестовина. Что вообще происходит? Мы очень устали. Это на мировом классе, ребят. Я вам напомню. Ты переключишь мне игрока сегодня? Рукой сыграл наш новоиспеченный защитник. Да, он мажет! 2-2, ребята. 2-2. Ну, это была очень крутая игра. Я говорю, на мировом сейчас пока надо наигрывать их. Потом, когда пойдет все хорошо, на легенде буду катать. 7 сейвов. Так, у нас в следующем выпуске будет кубок с Чарльтоном, это будет нормальная проверка. Затем Солфорд Сити, Скантроп, а вот это вот я не знаю, это какой-то другой клуб. Может быть, 4 игры в следующем выпуске сыграю, скорее всего, да. Все, ребят, я благодарю вас за то, что были со мной на этом канале. Пожалуйста, пишите свои комментарии, нравится ли вам эта карьера. Вместе с Манчестером будет 2 карьеры выходить. Ставьте свои лайки, подписывайтесь и не забывайте оставлять комментарии. Всем пока!